Добрый день, дорогие мыловарители, а также посетители сайта mylo.com.ua. Сегодня покажем вам распаковку очередной посылки с сайта. Так, итак, что мы тут видим? Мы видим прайс нашей заказанной продукции. Вот он перечень с учетом промокода и скидочки 3%. Ну, также бесплатная доставка, потому что товары заказали на свыше 150 гривен. Так, основную часть нашей посылки составила кокосовое масло. Рафинированное. 1 килограмм емкость. Ведерочко такое симпатичное. Так, следующие две бутылочки — это гидролат розы. Для спрея для волос будем использовать. Чтобы волосы меньше распушивались. Так, следующий лот — это скраб виноградной косточки для тела. Название говорит само для себя. Будем использовать для скраба. Нанесение на кожу. Так, основа для кондиционера. Соответственно, будем использовать в приготовлении кондиционера. Так, йогурт-концентрат. Также он поможет нам в приготовлении нашего домашнего кондиционера. Рецепт вы можете легко найти на сайте mylo.com.ua. Так, масло зародышей пшеницы будет использоваться нами в антицеллюлитной косметике. Так, следующее — это масло пикуи. Очень хорошо упаковано было. Вот также в антицеллюлитной косметике будет нам использоваться. Искать сюда. Так, эфирное масло лимона для приготовления крема и нанесения на проблемные места, где может быть целлюлит отражения. Так, эфирное масло корицы емкостью 10 мг использоваться нами будет для приготовления мыла. И витамин Е также будем приготавливать кондиционер. Оно питает наши волосы. Так, и предпоследний наш лот — это формочка для мыла. Вот оно, с кофе. Будем кофейное мыло готовить. Вот с прочного пластика приготовлено. Можно также приобрести на сайте mylo.com.ua. И последний — это обычная пластиковая форма для приготовления мыла со свирлами. То есть квадратное мыло будет, и там будут формочки. Зубочистками будем производить разные формы. Так, это все на сегодня. Советуем сайт mylo.com.ua. Очень хороший, все товары качественные, упаковывают очень дешево, качественно. До свидания.